Что я хочу, ребята, вот сейчас сказать, ребята. Вот сейчас купили в Испании, в Барселоне шпроты в масле. Рижские, отличное качество, старинные традиции. Открыли. Мама дорогая, как в детстве. Оказывается, шпроты как были вкусные, так и есть вкусные. Это нас травят в России. Имейте в виду, в Барселоне рижские шпроты вкусные.